Всем здорово! Сегодня я вам покажу секретные сундуки, спрятанные в первоначальной локации игры Frozen Flame. Об этом сундуке, скорее всего, вы знаете. Он первый и самый такой основной, где можно получить хилочки. Это нужно двигаться от рогача в правую сторону, соответственно, к развалине по лестнице вверх. Я не назову этот сундук секретным, он обязательно по заданию, где нужно будет вернуть, соответственно, рюкзак рогачу. Но все же его список нужно ввести в сундук. Ну и, конечно же, переходим к первому, уже более-менее секретному. Выполнили мы квест рогача, и, соответственно, здесь у нас с моста нужно спрыгнуть вниз, как мы уже это сейчас сделали заранее до вас, и здесь в воде спрятан один сундук. Наблюдайте внимательно, он рядышком с мостом. За рогатым NPC есть еще один сундук. О нем мало кто знает и, возможно, даже не замечают. Бывает и такое, между глаз он не особо замечен, но он есть. Я думаю, настало время снова искупаться. Забрали мы здесь зелье и идем опять в наше подводное любимое царство. Еще один сундук, но его обычно находят все. И снова у нас водные процедуры. Здесь мы проходим, конечно же, мост и идем к водопаду. Да, я сам недавно заметил это, что там есть что-то интересное. Ну, точнее, я просто подумал, а оказывается, там есть действительно сундук. Я предлагаю в следующем ролике рассказать уже также о секретных сундуках и магических. То есть... Видели, скорее всего, здесь магические корни. Такие выглядят синенького оттенка. Они также охраняют сундуки, в которых, может быть, есть что-то интересное. Об этом я вам, конечно же, тоже расскажу. Я надеюсь, тебе ролик понравился. Не забудь, конечно же, поставить лайкосик, подписаться на канал. Ну, а с вами был канал Hailhunt. Всем спасибо, всем пока.